9 ноября в Москве прошел конкурс «Мисс Вселенная». Впервые за всю историю его существования. Участница от России Эльмира Абдразакова ожидала достичь лучшего результата на турнире первых красавиц мира. Только у нас. О конкуренции среди участниц, интригах за кулисье, самых ярких моментах конкурса, а также планах на будущее Эльмира расскажет в программе «В гостях у Елены Ханги» 12 ноября в 18:10. Вы можете лично задать ей вопрос, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702.